Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня поиграем в Goodbye Monkey, однопользовательский стелс-квест от первого лица с элементами хоррора в сеттинге сказочного средневековья, которым нам предстоит вернуть свой замок, захваченный самозванцем. В общем, интересный жанр, игрушка вышла вот прямо вот сегодня, и у меня сейчас, мне подарили, ребята, ключик сами разработчики, и мы сегодня вместе с вами, ребят, посмотрим данную игру. Ребята, если вам понравится, то можете поддержать эту серию лайком. Сразу скажу, что у нас, как мне написали разработчики, стелс-квест с элементами хоррора, игра близко по духу Hello Neighbor, но не является песочницей. На данный момент игра имеет 6 уровней из 15, и с последующим обновлением будут добавлять новые карты противников, и поэтому важные для прохождения сохраняются. Игровые механики, соответственно, тоже будут развиваться у нас и дальше. Ну, в общем, давайте будем смотреть, разбираться, что да как здесь вообще происходит. Здесь есть русский язык, это просто потрясающе. Здесь есть разные уровни, я уже посмотрел, но еще в нее не играл. Давайте поглядим, что здесь будет. Так, пошла. То есть замок захвачен каким-то самозванцем. Действие происходит у нас в сказочном средневековье. Ну, это прикольно. Так-то, видимо, король. Здесь, к сожалению, пока нет никаких титров, поэтому мы будем с вами сами догадываться, что здесь вообще происходит. Что да как. Видимо, самозванец, да? Короче, корона переходит в самозванца. Вот оно как. Вот оно что. Пинает короля и каким-то образом выпинывает его из королевства. Ну, это вообще, конечно, это вообще невозможно. Итак, дорогие друзья, мы оказались на каком-то интересном замке. У нас здесь какой-то туалет. Я не знаю, что. Мы отсюда, что ли, вышли из туалета? Игра действительно довольно атмосферная, яркость я прибавил на максимум и надеюсь будет все хорошо видно. У нас здесь какие-то есть фрагменты. Фрагменты каких-то детских рисунков. Наш беглый король, видимо, нас выгнали из замка и мы должны, наверное, обратно попасть. В общем, такая у нас задача, такая цель. Огроменное здание перед нами, очень все такое красочное, средневековое и фэнтезийное. Так, ладно. Какие-то у нас здесь разные... О, лягушка, посмотрите, какая. Тоже сказочная. Может быть, мы найдем что-нибудь сказочное. Окей, давайте попробуем сейчас просто зайти в замок. Я хочу зайти в замок. Можно постучаться? Вау! Мы попали в замок. Отлично. Так, я так понял, нужно искать фрагменты. Я не знаю, нас тут будут какие-то, может быть, чудища убивать. Может быть, такое или нет? Может быть или не может быть. Как вы думаете, а? Что здесь? Довольно здесь прикольно, я вам скажу. Довольно прикольно. Так, здесь какой-то только что был пир. Наверняка здесь, возможно, будут люди. Посмотрите, сколько здесь народу. Так, этот у нас ключ за ключа нет. Опа, что-то можно было взять. Открываем, открывашечка. Так, ничего не вижу. У нас все кипит и брызжет, и тут какая-то, мне кажется, даже... Посмотрите, какое испарение, такое ощущение, что здесь готовится пароль. 28-3. Вот это у нас парольчик, так. Хорошо, я запомнил. Можно его в любой момент взять, наверное, да? Как он выбирается у нас? Как он у нас выбирается? Так, на Tab, нет, на Shift. Так, ладно, может быть, это он не выбирается, нужно было запомнить, скорее всего. Идем в какой-то тронный зал. Вау! Еще одна подсказка. Так, фрагмент драгоценного камня королевских покоев. У нас есть еще одна подсказочка. Кто-то у нас вылазит из шкафа. Оба! Что за прикол? Мы в шкаф залезли! Неужели здесь нужно будет прятаться? Я бы залез вот в этот рыцарский костюмчик. Примерил бы. Так, какая-то у нас интересная книга. Ага, здесь столько много книг. Я бы действительно хотел попасть бы в такой настоящий замок. Чуть не послышал, что кто-то там
дыхнул немножко, что-то как-то, немного как-то, да, такое было. О, возле у нас трона лежит, так, какая-то, наверное, загадочка, что-то наверху какая-то картина, так, возле кровати, с тумбочки, что вообще, что здесь за хрень происходит, я не понимаю. У нас, кстати, еще одна была картинка, но почему-то она... не знаю, здесь ее нет почему-то в помощи. Может... Ёлки-палки, что за музыка? Что за звуки-то такие? Серьезно? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо меня убивать. Мне кажется... Вы слышите, да? Это этот, что ли, товарищ? Кто? Там за дверью кто-то есть. Там за дверью по-любому кто-то есть. Ладно, пойдемте. Пойдем сюда. Так, с той стороны я был, но только по первому этажу ходил, на второй я даже не подымался. Довольно уже за... Воу! Тихо. Не надо меня так сильно пугать. Кто скинул эту гирю? Дайте мне лук или меч. Хватай что-нибудь, друг мой. Почему ты просто ходишь? Почему ты не берешь никакие предметы? Черт возьми, это хоррор. Здесь будет довольно страшно. Так, я постараюсь... Подождите, мы же... А, во, что-то есть, отлично. Так, король смотрит в... Пьет чаечек ночью. Вот такой у нас фрагмент, но почему он здесь не появляется, этот фрагмент, я тоже не понимаю. Очень много свитков, камины, все горит. Такое ощущение, что только что здесь были люди, но... Пароль можно набрать. Так, набираем. 80... А, 283. Так. Отлично. Сейчас за моей спиной что-то, знаете? Твою мать. Какого хрена? Тебе что надо? Он меня грохнул. Я даже не знал, убегать от него или нет. А, это типа как Hello Neighbor. Я понял. Здесь нужно сваливать. Типа как бы сосед, но здесь король. Ребята, вообще, зацените, игра довольно интересная. Мне кажется, кто любит Hello Neighbor, я знаю... Что за хрень? Что такое? Холодно, что ли? У меня главный герой замерзает. По-моему. Тоже я, ребята, очень, кстати, похоже. Мы открыли двери, выпустили этого типа, и теперь он будет сейчас бегать, что ли? Ну, это как бы не очень. И, может быть, зря мы его выпустили. Зря я разблокировал. Я попытаюсь здесь что-нибудь найти интересное. Вполне возможно, что какие-нибудь у нас будут... не знаю... Что-нибудь. Так, это у нас спуск, я так думаю. Можно наверх, нужно попасть наверх самого вот этого замка. Давайте попробуем опять зайти сюда. Так, на... Лево мы не пойдем. Там у нас этот товарищ. Давайте забежим сюда. Еще один фрагмент. Нажмите на рычаг, и там что-то у нас откроется. Потом в шкаф. А, потом бежать в шкаф, да? Интересно. Так, стрелочки. Нажимаем на рычаг. Ага, здесь у нас... Тихо. Починить нужно электричество. Средневековье электричество. Ну, круто, конечно. Так. Ну, допустим. Я тут ничего не могу сделать. Нужно как-то найти, наверное, провод. Здесь все закрыто. Здесь куча дверей. Они все закрыты. Что у нас здесь? Короче, это прямо проработанный Hello Neighbor. Вон он! Ты смотри, чувак, он за нами. Этот чувак за нами следит.
Он там ходит сам по себе. Мы его выпустили. Вон он пошел. Так, давай. Если я побегу, он меня услышит. Блин, какие у тебя шумные ботинки. Это же вообще жесть. Так, закрывай. Что у него есть дома? Что у него есть? Какого хрена? У него ничего нет. Ключ! Берем. Я нашел ключик. Вон он! Так, у нас есть ключ. Прекрасно. Давай закроем. Как здесь все скрипит, реально. Какую сторону он пошел? Вот какую он сторону пошел? Давай откроем здесь. Ох, какая! Закрывай. Так, тут шкаф у нас есть. А в шкафу, наверное, можно прятаться. Я еще что-то нашел. А, веревку, не веревку, а провод. Здорово! Так, в шкаф, если что, я могу спрятаться. Допустим, если он нас увидит, то я могу спрятаться, да? Ну как он громко хлопает? Вау, серьезно. Тихо. Я не понимаю, где этот товарищ, он может появиться в любой момент. Где угодно. Нам нужно подняться на... Твою-то мать! Уходим, закрывай скорее дверь! Залазь в шкаф! Я залез в шкаф. Фу. Офигеть. Как я напугался. Жесть. Можно вылезти? Я хочу закрыть дверь. Я хочу эту дверь закрыть. Ее можно закрыть как-нибудь, а? Нет, ее закрыть нельзя. Здесь нарисован замок. Что здесь еще есть? Что здесь еще есть? Что-нибудь есть ценное? Может быть, спрятаться под кроватью здесь можно? Что такое? Вон там проход. Там открылся проход. Смотрите, какой-то символ. Мы съехали, да, ребята, мы это сделали. Поздравляем, уровень пройденный. Воу, бессмертие. А, тут если ты с первого раза прошел и ни разу не умер, то тебе дают еще одну звездочку. То есть уровень пройден звездочка, рисунок ки-дочери звездочка. Прекрасно, ребята, прекрасная игра, кстати, я вам скажу. Довольно интересная, то есть... Здесь нужно отгадывать, как нужно выбраться из этого дома. Мы забрались в замок, значит, собрали все рисуночки, нашли провод, нашли рычаг, открыли двери. Это чувака, блин, еще нужно, понимаете, нужно его найти где-то в замке, и, соответственно, нужно от него еще убежать. Я еще не пробовал от него убегать, я поначалу не понял, что нужно от него убегать. Но, тем не менее, вот так вот. Ух ты, солнышко, посмотрите, какой у нас денечек, это у нас второй уровень. Денечек прям прекрасный. Ау, вон там вдалеке какой-то ангел или кто там такой. Ну, довольно прикольный, ребят. Атмосферная игра. Очень мне понравилась уже пока. Первый уровень был крутой. Давайте посмотрим, что нас будет ожидать дальше. Опять тот же замок. Но, видимо, у нас он уже проработан как-то по-другому. Я предлагаю пройтись здесь вокруг, походить по этому висящему какому-то летающему острову, островку, пробежаться, посмотреть, может быть, у нас что-то здесь валяется, какие-то в прошлый раз мы нашли здесь прям вот как какой-нибудь, мы, может быть, отыщем записку, может быть, что-то в этом духе, вполне возможно, ребята, что-то должно валяться где-то, может, на что-нибудь наткнемся, поэтому я предлагаю, ребят, пробежаться, быстренько посмотреть. Так, в колодец можно запрыгнуть? Может, веревку с собой взять? У нас пока ничего нет.
У нас пока ничего нет, ну, я что-то ничего не вижу. Так что давайте будем заходить. Давай. Не понял. В смысле? Двери закрыты. О, вау! Я просто что-то нажал, и мы, оказывается, нажали по случайно по камню и нашли ключ. Вот это да, ребята, каждый раз по-разному. Заходим. Давайте будем краса. Я на картах пойду смотреть, что в этом. Вот он, король. Самозванец. Он греет руки у костра, у камина. Ага. Мерзавец. Мерзавец. Так, что на сундуке? Ничего. Давай его откроем. Так, 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 он все там. Он ушел. Где же он может появиться? Он может появиться в любом другом месте, да? Тихо, 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 тихо. Бро. Тут гири нету над головой. В прошлый раз она упала. Оу, штанга, ничего он занимается. Посмотрите, у него какие здесь. Видать, сильный. Видать, сильный дядя. Стрелы у него, посмотрите. Здесь все изменилось уже. На этот раз совершенно другой замок. Уже обставлен как-то по-другому. Так. А какие у нас приметы, какие-нибудь секреты? Я пока ничего найти не могу. Ничего найти не могу. Так, закроем здесь, чтобы он сюда даже не заходил. Эта комната, кстати, этой комнаты не было. В прошлый раз, по крайней мере, я не мог ее открыть. Может быть, там еще какие-то двери мы в прошлый раз не открывали. Но здесь какая-то картинная галерея. Я вижу здесь картинную галерею и больше ничего. Больше пока не... Оп, что это такое? Так, взял картину. Раму, вернее, или саму картину я забрал. Может, я могу забирать картину, потому что что-то за ней находится. Опа, 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 что это такое? В смысле, я взял... А, я просто ее повесил. Я просто ее повесил и открылся запасной какой-то проход, секретный проход. Давайте туда отправимся. Опа, нашли. Король сидит, пьет с Мишкой и еще с кем-то. С, я не знаю, там девочка, что ли, или мышка. Кто это вообще? Что это за подсказка? Я не понимаю, здесь немножко веет наркомания. Немножко-то, слегка. Так, все тихо. Ага, это комната, где у нас король. В прошлый раз мы его нашли. Самозванца. Мерзавца. Я слышу звуки какого-то. Вы слышите? Здесь какое-то что-то ужасное. Серьезно. Вау. А вот здесь опасно. А вот здесь очень опасно. Так что я, наверное, закрою это дело. Там какой-то буйвол. Опа. Что-то так картина мне бросается в глаза. Так, ладно, пойдем с другой стороны. Я не знаю, как здесь быть. Серьезно. Трудно. Так, это у нас спортзал. Спортзал, мы выйдем отсюда. Пойдем. Пойдем куда-то вон туда. Где там король, а? Надо посмотреть издалека. Он куда-то чухнул. Я не могу понять, где он. Я слышу какие-то звуки. О, Господи. Что за хрень? Где?
Где он? Где он? Он здесь был. Он руки здесь грел. Так, закрываем тут шкаф. Есть еще тот шкаф у нас. Давай, 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 открывай, ну. Дайте мне что-нибудь. Какую-нибудь подсказочку. Я в шкаф залез. Если меня спалил. Конечно, здесь музыка вообще ад. Так. Тихо, ты так не закрываешь шкаф-то сильно. Я слышу, там какой-то вот, вот за этой стеной реально там бык. Вон он, король. Вижу. Отлично. Ну, эту комнату я полностью осмотрел. Кусок мяса. Я взял кусок мяса. Зачем? Может быть, мне нужно вернуться и кинуть там кусок мяса, где там бык. Но бык не ест мясо. Как здесь страшно. Спокуха. Мясо! Там не бык, там какая-то хрень. Офигеть, здесь лифт какой-то открылся. Вниз или наверх? Куда мы поедем? Так, я здесь все осмотрел. Вау, как интересно. Так, ну давай наверх. Я поеду лучше наверх. В рай, чем в ад. Тихо, мы приехали. Так, магнит нужен для того, чтобы нам ключик сморганить. Так, сколько здесь дверей-то, а? Обалдеть. Так, это все закрыто. Ага, вон там ключ, вон я вижу вдалеке ключик. Нам нужно раздобыть магнит. Нам нужно раздобыть магнит. Где же он? Нет, откройся. Так, бюст овцы. В ошейнике шипастом. Закрыто. Наверное, чтобы нам туда попасть. Так, еще какая-то фигня. Что это такое? Я не понимаю. Какая-то комната и... Ну, я не знаю, какие-то рисуночки пока. О, магнит мы нашли магнитик. А в сундуках, к сожалению, пока ничего не выпало нам такого стоящего. Очень интересно, ребята, очень интересная игра. Я вам сразу же скажу, что это уже, мне кажется, топчик. Мне кажется, это уже топчик данной тематики. А-а-а, вот оно что, я понял. Вот эти бюсты нужно как-то поворачивать, да? Эти бюсты нужно как-то поворачивать для того, чтобы что-то там где-то что-то сработало. Ух ты! Какие здесь рисуночки. Так. А нам нужно как-то их повернуть. Вот я захожу в эту комнату. Я, видимо, думаю, вот как-то так, да? Бюсты должны поворачиваться. Вот они должны смотреть лицом. Ну, я так предполагаю, что они должны смотреть лицом друг на друга, да, вот эти вот, да? Так, и... А вот этот должен отвернуться. Отвернуться должен. Видимо, вот так. Так, а этого нужно повернуть. Воу! Так, что это? Ага, и еще одна фигня. Так, король причесывается у зеркала. Да, забавные рисуночки. Я, правда, не понимаю пока, как это все у нас работает. Ну, ладно. С рисунками. Так, нам нужно магнит. Магнит, 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 магнит. Как это у нас? Ешечка, точно! Так, ключик у нас есть. Открываем ключиком. Ключик у нас не работает пока. На этой двери, да? Тогда, наверное, вот сюда сработает. Я думаю, давайте пойдем туда.
Давайте мы откроем эти двери. Надеюсь, нас не кинется какая-нибудь тварь. Вот внизу точно там тварина конкретная. Нам, по-моему, еще и вниз придется спускаться. У меня такое ощущение, что мы раскинули мясо какой-то твари, что там, наверное, еще что-то будет. По-любому. Что это? Ё-моё! Неужели мы выход нашли? Вау, вау, ребята. Опять эти же знаки. И мы, по-моему, спускаемся, да? Из! Второй уровень мы прошли лучше, чем первый. Уровень пройден, рисунки дочери нашли. Без смерти вообще, вообще просто прекрасно. А что, если бы мы вниз поехали в лифте? Вот, ребята, я вот, кстати, не знаю, даже вот интересно было бы переиграть. Посмотреть, что внизу. Фух, что ж, дорогие друзья, я вам скажу честно, я когда начал вот проходить игрушку, я был таким, ну, как бы немножко так вот как-то сомневался, что ли, что да как. Но сейчас я вам скажу, что эта игрушка топовая, ребята, это будет топ. Я надеюсь на это, потому что кому нравится Hello Neighbor, вам должно, ребята, обязательно понравиться. Находите ее в Steam. Спасибо огромное разработчикам, что вы мне ее прислали. Мне она очень понравилась, ребята. Если она вам тоже понравилась, то можете поддержать и разработчиков, и меня лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой игрушке. Стоит ли ее проходить дальше? Хотели бы увидеть прохождение дальше? У нас всего пока открыто 5-6 уровней. Мы уже прошли 2. Ну, всего их там 15, но доступно только лишь 6. Разработчики будут еще дорабатывать остальные, но мы можем еще пройти остальные уровни. Я думаю, будет интересно. Ну, а с вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи. Подписывайтесь на YouTube-канал. Если вы у нас впервые, делитесь этим видео с друзьями. Всем счастливо и пока-пока!